Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 апреля. Святой мученик Михаил Вурлиот родился около 1754 года в семье ремесленника. Мальчик рос набожным, но характер его был неустойчив. Статный и красивый юноша обратил внимание содержателя кофейни в городе Смирне. Турок обласкал его и убедил принять магометанство, чтобы работать в кофейне. Юноша согласился и с удовольствием стал исполнять службу. Но вот наступила Святая Пасха, и он услышал торжествующие песни христиан. «Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». Всей душой почувствовал, что и он Христов, что и его Господь призывает в свою радость. Юноша подошел к певшим, но услышал упреки в отступничестве. «Завтра же вы увидите, кто я такой!» — грустно сказал он христианам. Немедленно он направился к мусульманскому судье и спросил, законен ли обмен свинца на золото. «Если обмен совершен обманом, то можно ли обманному взять назад золото?» «Можно и законно!» — ответил судья-магометанин. «Если так, — сказал святой Михаил, — возьми назад свой свинец, который ты отдал мне за золото, возьми назад свою веру и возврати мне мое золото, веру моих отцов». После этих слов мученик открыто исповедовал Иисуса Христа истинным Богом, судьей живых и умерших. Турки заключили исповедника в тюрьму, а через 2 дня отсекли голову в 1772 году. Его тело 3 дня лежало без погребения и осталось неповрежденным. Турки бросили его в море. Но корабельщики достали тело и похоронили в храме святой Фатинии. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.